В середине ноября традиционно отмечается День участкового. В преддверии праздника объявлен всероссийский конкурс «Народный участковый». Чувашия не осталась в стороне. В конкурсе от нашего региона приняло участие сразу несколько сотрудников полиции. Победителем регионального этапа стал капитан полиции Алексей Николаев. Добрый, сильный и смелый. Именно такими качествами обладает Алексей Николаев, делится урмарцы. За последнее время на его участке не было совершено ни одного тяжкого преступления. Умение находить общий язык с людьми – главное качество любого участкового. Делится профессиональным секретом Алексей Николаев. Капитан полиции на службе уже 14 лет. Он отвечает за безопасность 7 тысяч человек, проживающих в поселке. Для каждого из них он не только представитель власти, но и опора в трудную минуту. Алексея Анатольевича, мне кажется, стало жить нам, урмарцам, комфортнее. Вот. И потому что это настоящий профессионал. Ну, как раньше говорили, может, вы молодежь даже не помните, это настоящий Анискин. Он знает каждого, молодого, старого, каждому подход у него есть. Он наш. Он с людьми всегда. Вот это самое главное его качество. За региональным этапом всероссийский. Проголосовать за нашего участкового можно на сайте www.kp.ru, а также в социальных сетях. Голосование продлится до 10 ноября.